Ну, что по игре говорить, результатом доволен, увидел все наши проблемы уже воочию, потому что то, что тренировочный процесс это одно, а играет совсем другое. Скажу так, что есть к чему расти, то есть куда прибавлять, поэтому ну и вам, что выиграли сегодня, но проблем достаточно. Ну, Олег, ваши вопросы? Егор. Да присядьте тут, вот тут закрылись от меня. А вопрос касательно трех россиян, всех они были не заявки, может быть, уже покинули команду? Ничего не могу ответить, они все травмировались. Следующий вопрос. Максим дождался. Ага, о, как касатик. Здравствуйте. Тебе там число возвращения у нас с победой. Вот по тебе вижу, что доволен. Сергей Танч, в стартовом составе сегодня появился молодой Харимончик. Почему вы решили его выпустить и как оценить его? Был бы ты заявлен, может, и тебя бы выпустил. Ну, Вопрос зрителей. Хадя, я его давно знаю, он 4 года уже в дубле играет, поэтому, ну, попробовали, выбора не было. Этот Саша Чиш только неделю назад как сапоги снял. Вот. Кого еще ставить? Ну, пускай дублеры играют. Когда-то же надо начинать. Голевую отдал, видите. Следующий вопрос. Егор. Сергей Ильич, предварительно, что с сбой очень насколько серьезно. Ну, у него там ну, что-то перелом носа, там будем только смотреть, или кости, или хрящ, то есть, ну, снимок покажет, но нос вывернул, поэтому плохо, что и этому, и Данила ногу рассекли, то есть очень тоже так, именно в подъем ему прямо наступили. Ну, что поделаешь. Максим. Как вы эмоционально стоите сейчас находится команда? Просто в начале сезона казалось, что физическая форма А вам цифры показать? И... Давайте без цифр. Но если без цифр, то я скажу, что ниже среднего. Поэтому тот футбол, который мне нравится, который я люблю играть, вот, сегодня нам его очень сложно показывать, потому что реально, у нас много работы, и надо как можно быстрее подтягивать все функционально, всю команду подтягивать именно к Еврокубкам. Сергей Витальевич, когда Дмитрий Требович забил свой первый мяч, он подбежал к вам, что это жесть значит? Ну, я испугался, но он замену просит. Вот. А он, оказывается, меня хотел поблагодарить. Хотя там от меня ничего не зависело. Я посмотрел, как он тренировался, в каком он функциональном состоянии, поэтому я его и доверил. Он знает мои требования. Я считаю, он добротный футболист. И он, я думаю, доказал это, выйдя на замену. И... Егор. Да, вот тоже касается Требовича, левый дубль сделал сегодня очень заметно. А сколько он вот до этого тренировал с Сосновой? Мы вообще просто помним, да, что вот он вроде начинал готовиться к сезону, потом так даже успели забыть про него. Ну, Что он все эти месяцы делал? это, наверное, вопрос. Я же в «Стайках» не был. Вопрос, наверное, к бывшему спортивному директору задайте этот вопрос. Где он был, почему, я что-то не знаю. Для меня он, причем в том году, спортивный директор же его приобретал. Как и всех. А сейчас основной сколько он успел? М? Сколько он сейчас основной успел поработать? Ну, 2 недели вот с того, как я начал тренировать, вот он. Сергей Витальевич, насколько довольны составом команды? Может быть, хотите усилить какие-то позиции? Сколько я доволен Да. комплектованием команды? Как я могу быть доволен, если у меня один футболист на замене защитник, это тот, который, я говорю, сапоги снял только неделю назад, Саша Чиш. Это, ну, то тоже наш. Вот. У меня сегодня играло 2 дублера, вратарь, с которыми я работал еще там 2 года, 3 назад, когда вот, Саша Чиш на замене.
Кто? Ксенофонтов на замене был. Потому что он выглядел лучше, чем Антилевский за дубль. Поэтому я посмотрел первый тайм дубля, и Ксенофонтов выглядел лучше. Я поэтому оставил Ксенофонтова, а не Антилевского. Заявку. Конечно, понял. Вам Эдуард Васильевич скажет, что нельзя в футбол играть, если у тебя ножки не готовы. Ты можешь все видеть, я тоже все вижу, все понимаю, я тоже хочу играть, но я уже не могу играть. В паспорт заглянул и все. И они не готовы. Если футболисту нечем бежать, как он будет вести единоборство, там, отдавать передачи? Первое, что устает, как вы думаете? Что устает первое? Ты же бегал, наверное, да? Ну, что первое устает? Ну, что первое устает? А в футболе что первое устает, не знаешь? Да не ноги, голова. Голова перестает думать, ты начинаешь как это. Вот и тут, они вроде и хотят, но голова-то она не готова к этой работе. Поэтому есть проблемы. Ну, мы решим потихоньку, что. Коллеги, будут еще вопросы, Егор? Спасибо, Саша. Заменили бы Вергечка на Мунил. А что хотели с ним добиться? То есть нужно было Вергечка уже убрать с поля? Или, может быть, центр поля, как нас эти данные, там перестроения произошли, перестали играть головного? Да? Нет, я просто видел, что подсел Яхая и подсел Эдгар. Понятно, что, ну, вы поверите, люди не играли очень давно, они не были в игровом тонусе. Это все закономерно. Поэтому я решил укрепить центр. Я понимал, что у нас будет больше пространства за спиной, поэтому Белоного перевел вверх, как центрального нападающего. А Данила играл как десятка. То есть мы перестроились на игру 4-4-2, вот так, если так вот сказать. Ну, хотел центр просто укрепить. Вот, ну и хорошо потом Треботич тоже вошел в игру. Так. Да все, и Белано хорошо вошел в игру. Сергей Витальевич, совсем недавно вы высказывались о конфликте Арифовича и Дьякова. Я высказывался. Да. Ага. А что скажете о микроклимате в команде сейчас уже лет 3? Не, ну, время покажет, но я говорю, все познается в трудные минуты. Когда хороший результат, то всегда все хорошо. Но я уверен, у меня никогда беспорядка не было в команде. Всегда был порядок, поэтому порядок я наведу. Давайте заключительный вопрос. Какие задачи ставило руководство и просто кто именно и какие вы задачи ставили перед командой на этот сезон? Не, однозначно нам надо быть в Еврокубках в следующем году. Как сложится здесь, вы поймите, в этом году я считаю, что три команды очень прилично укомплектованы, сыграны. То есть я считаю, что на сегодняшний день мы где-то так идем, как аутсайдеры немножко. Но я попробую все сделать, чтобы... Ну, не я сделать, ребята, только ребята могут все это изменить. Вот, но на хвост сядем. Максим, В драку, как я всегда говорю, в драку мы вяжемся, а там уже... Сергей Витальевич, фанаты сегодня несколько раз скандировали ваше имя. Слышали это? И насколько для вас важна поддержка? Мне казалось, меня на поле звали. Выходи на поле. Не, очень приятно, конечно. Ну, что болельщики как бы... Но я думаю, что был бы другой результат, я думаю, не скандировать бы. Это значит благодаря футболистам.